Меня зовут Антонина, я вас всех приветствую на своем канале «Дачный сезон круглый год». Сегодня 26 марта, сею свои семена лагинарии для дальнейшей прививки арбузов на эту тыкву. Сею своим обычным способом в распаренные опилки. Опилки засыпала в кипяток, размешала, выключила, накрыла крышкой, опилки постояли до охлаждение, пока можно брать рукой. Затем высыпаю эти опилки, эту тырсу, скорее всего тырсу, в емкость, где я буду проращивать семена лагинарии. Немножко уплотняю их рукой, раскладываю семена лагинарии и сверху присыпаю остатком этой пропаренной тырсы. Опять немножко уплотняю. Так как тырса мокрая, с нее течет горячая вода еще, то я под низ, во-первых, емкость должна быть с дырочками, с отверстиями для стока жидкости. Эту емкость ставлю я на тарелочку, куда вытекает вода. Цепляю бирочку, когда я посеяла эти семена. И сверху все это, на все это одеваю кулек. Кулек плотно завязываю. Тепло должно сохраняться как можно дольше. Видно, что испарина села на края этой емкости. Кулечек завязываю, стоит. Прошло 7 дней. Все это стояло в таком завернутом виде, в кулечке. Через 7 дней появляются первые проростки. Всходы идут дружные, равномерные. Стоит это все в комнате на подоконнике. После появления всходов кулечек развязываю, и уже эти проростки свободно дышат свежим воздухом. Еще через неделю уже довольно сильные проростки с семядольными листочками. Я начинаю пересаживать в стаканчики пол-литровые с субстратом для выращивания рассады. Перед высадкой рассады я пролила эти стаканчики раствором фитоспорина. Постояли они у меня ночь. Аккуратно пинцетом поддеваю вот эту всю тырсу с корнями, с проростками. Вынимаю по одному росточку и, не удаляя, стараясь не травмировать корни, высаживаю каждый росточек в отдельный стаканчик. Аккуратно прижимаю почвой для рассады, уплотняю. Сверху немножко присыпала тырсой этой же, из емкости, где росли сеянцы, полила раствором корневина, все это поставила в комнатной температуре и сверху накрыла кульком, пакетом на несколько дней до укоренения. Дальше ростки будут расти, укореняться, и после приживления их в грунте, после вырастания сеянцев арбузов, мы их будем прививать сеянцами арбуза. Вот такая моя начальная подготовка для выращивания арбузов прививкой на лагинарию.